Ну что, нового ничего не добавилось. Вчера вечером пришлось выпустить Кайрата. Почему? Потому что парня стало уже откровенно жалко. Эта дамочка держала его здесь в вольере, сама была снаружи и не давала ему выйти. Он весь день просидел внутри. Поэтому узника совести пришлось отпустить. Идем сюда. Нельзя. Что с Кайратом делала? Чего ты его весь день не пускала? А? Успокаиваемся. Хватит, хватит так дышать. Успокаиваемся. Успокаиваемся. И лапу хочешь дать? Успокаиваемся, не спешим. Там мясо, не корм. Как ты будешь отмечать 1 мая, а, Нора? Нора, ты такая здоровенная стала. Дай мне лапу. Спокойненько. Массаж тебе сделать. Успокаиваемся. Сидеть. Можно. Ну, вот, для примера, какая рука, чтобы понятно было, что это за порция. Вот, рука. Я тебе дам кусочек. На. Молодец. Хорошая моя Нора. Хорошая моя. Хорошая. Молодец, Нора. Молодец. О, сидеть, моя хорошая. Сидеть. Сидеть. Нора, сидеть. Дай мне руку. Дай. Ну, молодец. Дайте кусочек. Молодец. Молодец. Кто говорит, что Нора быстро ест, глотает, не жует? Нора зубы берегла. Вот у всех старости нет зубов, а у нее новенькие. Потому что не пользовалась ни разу. Вот первый раз пользуется зубами. Да, Норис? Молодец. Это рекорд. Как можно долго так кушать. Да, Норис? Красавица. Молодец. А узник совести вот здесь отсидел. До вечера. Все, не копал, потому что сюда не выходил. И за ночь... Ничего не копал навстречу к Норе. Ничего. Больше не хочет к ней. Всем добра. С праздником.